родился недавно. Рассказывай, что там, кто знает. Вот, ребят, вы видели поля, где ходит много-много оленей, кабанов. А вот есть собаки, которые всех их охраняют от медведей и волков. Шучу. Это охотничьи лайки. Вот, это Александр. Александра вы видели в путешествии по Терскому берегу, когда мы ходили. Александр у нас кинолог в этом охотхозяйстве. И как раз занимается тем, что следит за этими собаками, тренирует их, дрессирует. Следит, чтобы они были бодренькие и веселенькие, вот такие красивые. Ой, ты сладкая, ой, ты сладкая. Ты носики, 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 носики какие. Удивительно. Ай, какая красавица. Ай, какая красавица, Ляля, красавица. Красавица. А вас вдвоем посадили, да? Ой, белочки, белочки. Злая собака. Злая собака. Ты тоже злой? Ай, ты красавчик. Ой, красавчик. Тарзан. Это, ребят, Тарзан. Он, видите, на будку забрался. А ты не хочешь гулять выйти? Иди сюда. Иди сюда. Иди. Смурфик, иди как. Смех. Это этого порвали, да? Да. А, он болеет, болеет. Смех. Иди как. Маленький. Хорош. Камеры боится, наверное. А, ты красавица, ты красавица, ты красавица, красавица, красавица. Вот такие, ребята, рабочие лаечки, охотничьи собаки. Не боятся даже медведя. Они воспитаны для охоты на медведя. Они воспитаны для охоты на медведя. Вот такие маленькие собаки, а не боятся Мишку. Да, вы красавицы, да, вы умницы, такие хорошие, хорошие, хорошие. Ай, ты умница, ай, ты умница, ай, ты умница. Собаки добрые, к людям относятся достаточно хорошо. Ай, ты умнички, ай, вы хорошие, сладкие собачки такие. Ты умничка. Вот посмотрите, такие маленькие собачки, вроде бы с виду малюськи, а работают все по медведю. Ну, что ты нам расскажешь хорошего? Скажи что-нибудь. Тебя здесь хорошо кормят? Не обижают? Правда, не обижают, точно? Ты красавец, красавец, хороший пес, хороший. Хороший пес. И ты умничка. А ты на волка вообще похож. Ты на волка похож, да. Серенький такой, на волка похож. С дипломами собаки только мои. А твои собаки, которые? Вот, вот, вот пара кобельков. Вот пара кобельков, и да? И вон те крайние пары сидят. Ага. Бурбудусы. Александр сам буквально вот-вот-вот-вот начал работать здесь. Вот это на волка похож, да? О, ты даже подвываешь так же. Он потому что приливал в свое время зубов, вот у него поете, он приливал кровь волков. А, вот собакам, да? Это вот оттуда, да? Ну, видно, что. Ну да, есть что-то у него это самое. Окрас над глазами, смотри, что это. Да? Да, ты такой красавчик, ты красавчик, ты красавчик, ты красавчик, такой хороший. И глаза у него все время в лес смотрят. В лес там кабаны бегают, елки-палки. Конечно, посмотреть, как они работают с медведем, это что-то. Ну, такое видео я не выкладывал, потому что будет слишком много негатива, а он нам не нужен. Вот просто собаки, которые действительно работают по медведю, они его не боятся, они наоборот хотят этого. Не боятся получить травму, а порой бывает так, что медведь и задирает собаку. По-всякому бывает, но тем не менее они живут ради этого, они нашли предназначение свое в этом. Именно работают на медведя. Редкая лайка, а, наверное, единицы и сотни работают на медведя без страха.
Вот таких собак отбирают, они стоят достаточно серьезных денег. Победители соревнований различных, которые проводятся именно по медведю. Ты красавец. Тебе вчера лапу медведь порвал, да? Норвежец, ему наложили несколько швов. Вот эти котятки ластятся прямо, да? Ты сладкий, ты умнички, ты умнички. А ты лютый, ты злой. Красавчики, ой, красавчик, ой, красавчик. Ай, какой. Смотри, 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 смотри. Ревновать начинает, ты же загнал в будку. Вот так вот, ребят, здорово. Здорово, хозяйство процветает. К сожалению, я не могу назвать, где мы находимся. Хозяйство некоммерческое, оно закрытое, поэтому мы не можем снимать, говорить, где это находится, прочее. Мы приезжали сюда по работе, и поэтому съемки такие очень скомканные, небольшие кусочки получаются. Скоро мы поедем на какое-то расстояние и попробуем покопать. Нам дали несколько точек, на которых мы покопаем и покажем вам обычное наше видео. Вот мы поживем в автономке, в вездеходе, 2-3 дня, может быть, и посмотрим, что у нас получится. Так что оставайтесь с нами, не переключайтесь. Будет интересно. Как обычно, самое интересное всегда впереди. Да. Ну, не уехали, выехали, но все получается. Ладно, без дороги.
скафан перебежал дорогу. Дима, давай решать. Кабана видел? Наши дела, мы едем на коп. Вот по такой чудесной дороге. Дальше она должна быть еще хуже. Здесь по ней еще ездили. Ребят, посмотрите, сколько комара. Просто капец. Так, термоцел, термоцел. Термоцел. Фу. Все, ребят, надо срочно от комаров спасаться. Срочно. Иначе они нас сожрут. Давай разогревайся, термоцельщик, скорей. Да. Термоцел. Спасай, термоцел. Ну, спасай нас. Спасай нас, термоцел. Жрут, заразы. Ай-яй-яй. Короче, мы приехали на разведку. Просто хотим посмотреть вообще, есть тут что-то интересное, нет. Вдруг что интересное есть, так мы весной приедем. Так ведь, Мишка? Чья-то вон нора, ребят. Ну что я вам могу, ребят, сказать? Комары меня уже вообще не одолевают. Термоцел разогрелся. И работает. Вот здесь у меня висит термоцел. Многие спрашивали, что это такое, как им пользоваться. В общем, сюда ставится пластина. Здесь газовый баллон. Газовый баллон горит, нагревает пластину. Она дает испарение, как фумигатор электрический. Только это вот у вас без электричества работает. Баллона хватает на 12 часов. Пластинки на 4 часа работы. И вот я, вы видели в начале, как я показывал, сколько было комаров. Сейчас вокруг меня ни одного комара. Я мокрый, я потею, я воняю. Но комары меня не кусают и вообще не досаждают никоим образом. Сейчас будем траву убирать, ребят. Траву убирать, траву приминать. Смотрите, как за шерпом красиво все остается. Мишка, как обычно, забыл рацию. Если Мишка что-нибудь не забудет, это будет не Мишка, ребят. Честно вам говорю. Вот, ребят, первая находка. Ай, блин, сломалась. Пряжка от ремня вот такая.
хромирована. Вот, ребят, обломки дома, нашли мы деревню. Вон столб стоит еще какой-то, смотри. Да, нашли мы деревеньку. Посмотрите, туман какой спускается, сгущается. С высоких гор Мишкины тропы здесь. Ну ладно, пойдем погуляем. О, ну куда без вас-то? Водочная пробка. Ребят, соревнование началось. Кто первый омонетится, выясним. О! Фигня от баяна. Мишка сейчас из-за тумана смотрит. Говорит, о, туристы пришли. Завтрак. Что, монета? Нет, я откопал. А, Мишка ложку откопал опять. Ну, все указывает, все знаки указывают на то, что сегодня будет какой-то... Да, он сервис собирает, вторую уже нашел. О, гильза винтовочная. Во, ребят, смотрите, какой у нас шерп красивый. Спереди пчелки его любят, радужный, цветочный такой. Класс. Фу. Ничего мы здесь не нашли, сигналы есть, но все какая-то порожнина, то гильзы, то ложки, то банки, то пробки. Ничего здесь нету. В общем, надо ехать дальше. Ребят, смотрите, ключик надо канистры открывать, закрывать. Это нам подарил хозяин Бентли Шерпа. Ключик модный, полированная нержа. Да, Мишень? Да. Вот такой у нас есть деталь от Бентли Шерпа. Так что Бентли Шерп не обижайте. Превознемогая себя, мы идем на этот коп, чтобы показать его вам. Да шучу, конечно. Но вам тоже, чтобы показать. Вам самим интересно покопаться. О, смотрите, это Мишка муравейник раскопал. О, ромашки. Точно клад здесь. Вот, видите, медведь муравейник разорил. Мишка здесь вообще в почете. А наш Мишка заправляет вездеход. Потому что у нас солярка кончилась. Ну, не кончилась, но может кончиться. А скоро будет уже темно. Выстрел был, что ли? Выстрел был? Ну вот и сигнальчик первый на песочке, как серебришко. А ну как мне повезет. Какая-то, Мишенька, фигулечка нашлась. Да, от старая. Смотрите, ребят. Такая вот фигулечка нашлась. Блин, какой кайф, здесь песок. Смотри. Какая-то фигулька. Какая-то медная фигуленька. Может, и не медная. Ладно, главное, чтобы был сигнальчик. Я не ошибся. Вот еще один муравейник Мишка разорил. Во, ребят, такой ножик нашел. Типа столового, только короткий. Вроде не обломанный, так заточен. Из какого металла, не знаю. Сейчас посмотрим, что звенит как. Потому что в этом лесе наше, может быть, спасение нашего клуба. Да, она.
ребят, дорога какая, смотрите, классная. На джипах сюда надо. Кто хочет сексом автомобильным позаниматься, приезжайте сюда на джипах. Мишки штаны аж залили. Они вообще повезло, то что нельзя, то что нельзя. Тут хуже еще дикие. Вот это надолго. Нам тут вернее пройти. Встречают караваем, хлебом, солью, оружием и 12 калибра он мужики несут и вилы. Тоже это приехал, знать хотят все. Если добрые люди, дадут соль с хлебом, если злые. Соли в жопу. Не видел нифига. Кто-то явно хотел. А вон снегоход деревянный видел? Явно ребят хотел отсюда выбраться, делал себе вездеход, но видимо не цепь. Ты вот до пешки слышишь. Вон он знает прям. И заросшим все. Вот тропинка есть. Ну это вернее хоть себе домой. Она без гусянок стоит вообще. Тут вот еще, наверное, собаки, может... Да, а, вон собака. А вот каракат, смотри. А, каракат точно есть. Вот завтра подъедем. Вообще, да. Ну что я могу сказать, вот сегодня у нас, мы сегодня покопали, вечером это было, комара были тучи, но термосел действительно работает, ничего не скажешь. Мы, в принципе, уже давно же ими пользуемся, вот, просто нас многие просили, расскажите, вот рассказываем. Есть у нас еще вот такие вот капли, натуральная защита от мошки и комаров,
100% эфирное масло из листьев гвоздики. Это тоже делает термоцел. Сейчас пойдет, ну, запах уже пошел. Будет испаряться и комариков всех придавит тоже. Это так, чтобы вот пока в помещении находимся. Вот, кстати, кто хочет купить такую штуку себе, вот, внизу под роликом будет ссылочка. Ну, это, в принципе, сайт термоцел.ру. Вот он написан, термоцел.ру. Газовый фумигатор. Действительно, который работает с оригинальными пластинами, вообще бесподобно работает. Я еще потом покажу вам и расскажу. Наверное, завтра мы попробуем, сделаем тесты с неоригинальными пластинами. У нас тут есть пластины Райд. Я вот специально взял райдовские пластины. И еще какие-то пластинки тут. Вот, Дета. Вот такие вот. Попробуем и с этими на открытом воздухе. Ну, вот. Народ, как вы думаете, кого больше покусает? Это потом напишите. Честно. Готовлю бутербродики, мы сейчас быстренько перекусим и вырубимся спать. Потому что мы нашли большую деревню. Есть пару домов, куда летом да, приезжают то ли дачники, то ли кто это самое жить еще, ухаживают за своими домами. Остальные дома все заброшенные, то есть такие стоят. Деревня была очень большая. Сейчас она, вот 2-3 дома осталось живых, и попробуем здесь что-то поискать. Очень много воды, уже вторую неделю идут здесь дожди, как бы копать будет достаточно тяжело, все очень сырое, все дороги залиты, колеи залиты, все, ну, посмотрим. Но все, приятного нам аппетита, мы будем немножечко кушать, готовить и ложиться спать. С вами еще попрощаемся чуть позже. Ну что, свело, народ. Ой. Это хорошо, это значит, у тебя есть мышцы. Мышцы есть, заходят. Ну, логично, логично. Вот если бы у тебя не было мышц, то и сводить бы нечего было. Все, ребят, мы копошились, наконец-то мы улеглись. Ой, только как-то вот неудачно улеглись. Да, ушли в холодильники, грили. Скоро сделаем сюда вот москитную сетку. Да, наверное, когда вы это видео увидите, у нас она уже будет. Да, так что... Да. Вообще красавчик. Здесь будем вставлять ее, просто люк открывать, вставлять москитную сетку, и будет кайфово здесь. Комары нас будут. Всю ночь можно будет спать. Комары нас будут видеть, а жрать нас не смогут. Да, в тряпочке зарылся, люк открыл и спишь. Они там гудят сверху такие все. Ой, ребят, мы сегодня устали, как собаки. Мы сегодня проехали столько км по лесам, еще там съемки были с оператором, там, короче, всякая фигня. А еще нам сказали, что мы проехали по такой дороге, по которой прямо жуть страшно, никто никогда не ездит в это время года. Да. Нашли и искали дорогу, ломились через кусты, думали, что все, заночуем в лесу, и случайно наткнулись прямо на большую просеку дорожную с колеей. Да. И по ней приехали в эту деревню. Здесь, ребят, есть Самоделкин. Мы уже видели буран самодельный с фанеры, такой, ну, с фанерной мордой сделан. Каракат у него есть, еще один каракат, он там что-то конструирует, там 4 колеса бодрша есть. Вот, так что поедем завтра, познакомимся с дядькой. Ну, наверное, это дядька, не тетка. Вот. Ну, если он здесь. Каракат у него там на ходу, да, вроде бы во дворе стоит, собачки там, лаечки были у него. Ну, вот, поэтому... Завтра покажем вам видео интересное еще. Пообщаемся с человеком. Может, что интересного нам расскажет просто. Вот, а сейчас очень хочется досмотреть вторую серию вчерашнего сна. Рубит вообще неимоверно просто. Лень глаза открывать, на самом деле. Все, ребятки, спокойной ночи. До завтра. Все, страна, спокойной ночи, до утра. Утром увидимся. До утра, да. Мы завтра будем спать, пока нам не надоест. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.